А вы видели драку в грузинском парламенте? Вы скажете, какое безобразие. Нет, ребята, иногда вот так приходится отстаивать интересы народа народным избранникам. Если они, конечно, по-настоящему народные избранники, а не назначенцы власти, как у нас. А теперь скажите, у нас такое возможно? Сколько антинародных, антигосударственных законов принято у нас? Кто-нибудь возмутился? Взять хотя бы вступление страны в таможенный союз? Евразес, ОДКБ, кто-нибудь из депутатов или представителей якобы оппозиционных партий возразил? Ведь эти союзы невыгодны нашей стране, эти союзы губительны для нашего суверенитета. А сколько всего происходит в стране за последнее время? Пожары, взрывы от снарядов, наводнения, оползни. Кто-нибудь из оппозиционных депутатов указал на явные промахи правящей партии? Нет. Потому что это фейковая оппозиция. Поэтому Токаев не хочет видеть в стране настоящую оппозицию в лице партии Алга-Казахстан. Поэтому Токаев и отказал нам в регистрации 23 раза, а его марионеточные судьи отказывают нам виски к Министерству юстиции. Но мы продолжаем борьбу за регистрацию, и мы добьемся успеха, если вы поддержите нас в день подачи документов на регистрацию 24 апреля. Хотите, чтобы у нас был по-настоящему живой парламент, а не эта проплаченная, спящая антинародная масса? Тогда будьте сами активными. Алга-Казахстан. Best friend! Best friend! Best friend!